Привет, дорогие друзья! С вами Алексей, канал «Мой Владивосток». И сегодня на моем канале необычное видео. Сегодня я буду в первый раз в жизни дегустировать шаурму. А поможет мне в этом Женя, канал «Юров Медиа». Йоу-йоу-йоу! Кусок шаурмы патруля, короче, в моем лице. Значит, мы купили шаурму «Павильон» на вокзале под названием, как там, «The Grid», да? «The Grid», да. Да, вот. Я, значит, взял шаурму с сыром. Что хочу заметить, мы шаурму из того киоска уже обозревали. Раньше они делали стандартную шаурму за 140 рублей, ну, вот, и не спрашивали вам с сыром, там, или с беконом, или там еще с чем-то. Просто делали и делали, как есть. А вот сегодня они уже нас спросили. Я заказал с сыром. Алексей заказал какую? Я заказал с сыром, беконом, картошкой фри. Да, вот такая тема. С сыром стоит 150 рублей. А со всем остальным я не знаю, сколько она стоит. Я дал деньги, мне дали шаурму. Вместе с кока-колой вышло 267 рублей. Да, и кока-кола еще. В общем, первый раз сегодня буду пробовать шаурму. Она, мне кажется, стала побольше, чем мы тогда вот ее ели, стало побольше. Да, она стала кажется, какая-то толстая. Тогда вот я ел, я, блин, мне мало было. Она вкусная, но было мало. Что сразу сказать? Лаваш поджаренный, блин. Да я уже пробую, что ты там говоришь. Я вижу. Не знаю, друзья. Мнение человека, который первый в жизни пробует шаурму. Сейчас он вам что-нибудь скажет. Вкуснятина! Не, если хотите есть, а денег мало, наверное, так, ну попробуйте шаурму. Получается типа комплексный обед, как бы. Да. Второе. Ну, я скажу, здесь огурец, курица, салат, помидор, ну и, соответственно, сыр. Лаваш поджаренный. Справа от нас находится Золотой мост, Золотой рог. Вот. Мы только что пришли, посмотрели парад. Сегодня день ВМС. Все, кто служил, мы поздравляем канал «Мой Владивосток» и «Юров Медиа». Поздравляем всех с днем ВМФ. С днем ВМФ. Вот. Что я хочу спросить у зрителей Алексея. Что они ждут вообще? Что вы ждете? От канала? Да, что вы ждете от канала «Мой Владивосток»? Он вот не знает, что ему снимать. Если вы подписывались на него, соответственно, вы хотите видеть праздники, не знаю, улицы города, какие-то общегородские мероприятия. Вот, вы ему в комментариях напишите, что бы вы хотели видеть на канале «Мой Владивосток». Ему ли ходить по улицам, снимать улицы? Или, блин, праздники? Или вас интересует, как человек Алексей что-то показывает в своей жизни? Просто подскажите, вы же там кто-то есть, подписано 1200 на него, просмотров мало. Вот. Как-то, блин, обратную связь подайте, чтобы определился вот автор канала. Что по вкусу сказать? Вкусная. Вкусная, сытная. Мне кажется, суховатая, да? Нет? Да я не скажу, что прям суховатая. Передаю всем привет блогерам Владивостока. Вы будете удивлены, что вот я вот попал почему-то на
канал Алексея, а это случилось совершенно случайно. Мы с ним встретились на день ВМФ, снимали. Смотрите ролики. Будет, естественно, круто, динамично. Вот. И также спонтанно решили снять обзор шаурмы. Немножечко хайпануть на канале Алексея. Да, чтобы мне динамики придать. Привет Юрию Виннику, привет Артему, привет Лене, привет там кому? Владимиру Карелину. Да. Всем активным, кто вот видео прям выпускает, смотрит, комментирует, всем привет. А с вами был Алексей, канал «Мой Владивосток».